на палат. Открывается сегодня светлый новый детский сад. Румянятся щеки у маленьких деток, улыбаются взрослые. Повод самый радостный. В Гребневском теперь есть свой детский сад. 3-4. Этот сад сделан с особой любовью. Спасибо строителям, спасибо родителям, спасибо педагогам, спасибо всем, кто приехал сюда для того, чтобы принести радость детям. Я благодарна тем, что у нас такие ответственные застройщики, которые на детях не экономят, потому что дети – это наше будущее. Мне хочется, чтобы в этом детском саду всегда было тепло, вкусно, уютно, и чтобы здесь всегда звучал детский смех. Для гостей краткая экскурсия. Убедитесь сами, здесь есть все необходимое для ребят. Просторные группы, современные спортивные и музыкальные залы, даже компьютерный класс. Будет сенсорная комната. Застройщик – компания «Грант». Детский сад построила вместе с новым микрорайоном. Мы взяли на себя обязательство, безвозмездно еще, построить для жителей детский сад. Мы затратили порядка 140 миллионов на строительство этого детского сада, то есть безвозмездно. То есть мы подарили... За свой счет построили детский сад. И его оборудовали полностью под ключ. Кроватки, кухонное оборудование, игрушки, постельное белье. То есть заходи, живи. 4 группы, 80 ребят. Уже совсем скоро они переступят порог детского садика. Такого долгожданного для детей и родителей. Очень ждали, потому что уже пора в сад. Ну, садика не было, теперь открылся. Близко к дому, очень удобный, очень комфортный, внутри замечательно. Чтобы мы пошли туда и учились там. Новый детский сад в Гребневе решили назвать «Ивушка». И, надо сказать, здесь ее ждали долго. Раньше маленьким жителям поселения приходилось ездить в соседние города и поселки. А теперь 80 детей стали счастливее. Они будут посещать детский сад рядом с домом. Наталья Медведева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».